Доброе утречко! Проснулись? Пенал бери, не забудь. Всем привет. Ты что там кашляешь опять? Так, собираем ланчбокс. Каролина, у тебя тут рассыпалось все. Что? Ну вон, все сухари. Не кушаешь? 10 минут осталось. Сегодня у нас вот такие вот вафельки и пицца. Мини-пицца и сыр. Мало, что ли, у этого утренние процедуры на столе? Да, Филя? Умываемся сразу, да? Умываемся. Не надо меня кусать. Не надо. Выучила? А? Голова болит? Сильно? Нет. Сейчас не так сильно. Что еще болит? Живот. Горло? А живот-то почему болит у тебя? Ксюша, твой ланчбокс. Куда? Одеваться. Это у нас Максу. Готовы, детки. Что за разборки? А? J'aimerais un thé froid, s'il vous plaît. Je peux suggérer que c'est moi un coca, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Это пожалуйста, да? Ты все выучила? Ну, я даже, французский. Я, смотри, я вот этот все знаю. Угу. До сюда ну, ты же его написала, конечно. Это я не должна знать, но это тоже не очень хорошо знаю. Угу. Вот это я знаю, но я всегда забываю это. Угу. Ну, давай, чтобы хорошую оценку получила. Получили. Все, смотри. Тут написано... Три девочки, они втроем будут рассказывать вот этот диалог, который Ксюша тут написала. Тут написано «принципал», а «винковать принесял». Пошли мы, обуваемся. Макси, да, Каролина. Уже 7:58. Давай, обувайся. 7:58. А автобус у нее... Уже 8. 8:08. А, да, у нас же там они отстают чуть-чуть. Уже 8. Пойдем, Макс. Макс, пойдем. Пошли. Автобус, автобус. Вернулась, я так проводила. И буду работать. Время 8:11. 8 марта. Всех еще раз с праздником. Закончила я монтировать. Сейчас буду выкладывать. Время 10:34. Я уже успела пропылесосить. Позавтракать не успела. Займусь сейчас обедом. И там уже детки придут. Сегодня мне нужно сделать бабушке маникюр, потому что у нее уже... Прилично так ногти отросли. Себе я вторую руку, кстати, так и не переделала. На одной руке у меня, видите, такие вот остренькие ноготочки. На другой квадрат. Так и не переделала. Можно еще полить цветочки. Уже земелька суховатая. Наш авокадо растет. Вот такой вот он высокий. Вот. Тоже нужно полить. Совсем скоро у нас зацветет уже наш алоэ. Совсем длинный. Кто-то спросил, как мы едим алоэ, вообще как мы его используем, что мы с ним делаем. Его уже Лео съел. Он разрезает пополам и всю мякоть съедает. Мне оставляет вот эту вот шкурку. На ней еще, видите, осталось мякоть немножко. Я мажу лицо. У него проблемы с желудком, и алоэ вера очень хорошо помогает. Вот, а я просто мажу себе лицо. Я немножечко сейчас освежу, чтобы пошел сок. Надавлю и буду мазать лицо. На очищенное лицо обязательно. Вот так вот просто я прохожусь. Вот, можно также шею. И по всему лицу. И сразу, знаете, такое ощущение, что лицо подтягивается. Все, влог я выложила. Сразу пошли комментарии, потом я их почитаю обязательно. У нас сегодня пицца на обед. Пицца, пицца, пицца на обед. Так. Все, ждем. Девчонок и мальчишек. Ждем, ждем, ждем. Ждем. Только ждем, да. Не надо на него. Не надо. Я знаю, что ты ревнуешь. Ревнивая, ревнивая. Смотри, сейчас я буду. Бонни, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне, мой девочка. Иди. Когда я ее глажу, если потом подходит Филька, она хочет его укусить сразу. Да, не нравится. Не нравится, да? Только тебя нужно гладить. Больше никого.
Каролина пришла со школы с головной болью. Ксюша у нас второй день тоже с головной болью. Маргарита не приехала, потому что сегодня они после школы поедут на каток. Будут кататься на коньках. Поэтому ее сегодня нет. Макс дома, Ксюша дома. Куда ты там полезла? Нету пока телефона. Сейчас будем кушать, Каролина. Все, мы пообедали. И сейчас я буду бабуле делать маникюрчик. Пока у меня есть время, займемся маникюром. Филя тоже на маникюр? Давайте ваши лапки. Будем стричь ваши коготочки. Давай, 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 давай. Вот любопытный котяра, ладно. Пошли мы. Вот так вот уже отросли. Маргоша вернулась. Я сегодня, она сегодня, оказывается, на каток ездила кататься. Я думала, ты вообще вечером приедешь, часа в 4, в 5. Нет? Она сейчас покушает и опять поедет в школу в 3 часа. К 3 часам, да? Сейчас я буду укреплять и потом красить. Да, вот он поломался. Я себе не могу сделать никогда же. На 8 марта даже себе не могу сделать ногти красивые. Не знаешь, что отмечают? Единственный праздник они отмечают День Швейцарии. Хорошо прям так, знаешь, с салютом, с фейерверками. И фастнахт, вот этот вот карнавал. Все. Для них только существует два праздника. Карнавал, вот который прошел недавно. И этот День Швейцарии, он 1 августа, по-моему, да? Да, 1 августа. В общем, я сейчас буду укреплять. У меня мой самый любимый гель уже закончился. И я буду использовать вот такой вот камуфляж. Я таким тоненьким слоем слишком не буду много накладывать. Вот. И жалко, я не знаю, уже тут не видно, какая это, какой бренд, какая марка этого геля уже не видно. Поэтому заказать точно такой же не смогу. Чем он хороший. Нужно было раньше записать хотя бы куда-нибудь. Сделала я бабушке ногти, не успела покрасить цветом, потому что время уже 4 часа, нужно готовить ужин и, в общем, заниматься другими делами. Сидим так с Каролиной, смотрим ее дневник для девочек. Вот для... Что здесь надо делать? Какие-то тут задания? Я думаю. Угу. Ты уже весь заполнила его или нет? Он даже учительница заполнила. Маргарита сегодня пришла со школы, сказала, что они там собирают гуманитарную помощь беженцам. И нужно сегодня посмотреть, что мы можем собрать от нас. И вроде как она сказала, там нужно что-то, постельное белье или одеяло, что-то такое. Потом она увезет в школу, и они там собирают и отправляют гуманитарную помощь. Не знаю, куда, то ли в Польшу, то ли в Молдову. Достала я индейку, буду готовить в духовке. Так, а на гарнир пока я не знаю, что. Либо картошка, либо рис. В общем, я еще буду думать. Сейчас я ее замариную. Кушали мы вчера рис и макароны, поэтому сегодня будет картошка. Приходится прятаться по комнатам, потому что дома очень шумно, везде дети играют. Еще хотела сказать. Смотрела я сейчас наше новое видео, читала комментарии и наткнулась на один. Якобы... Я тут сижу, переживаю за какой-то ерунды. То, что мне заблокировали Инстаграм, то, что нет монетизации. Тут в мире такое происходит, идет война. И я, видите ли, по такой ерунде сижу, переживаю. Я уже говорила, что я думаю насчет этого, что я за мир во всем мире, что мы тоже очень переживаем, что мы каждый день смотрим новости. Если я об этом не говорю каждый день в видео, это не значит то, что мне все равно. У меня не политический канал, я не хочу в это влазить, я ничего в этом не понимаю. Поэтому не нужно такое писать, что мне все равно или еще что-то. Мы показываем нашу жизнь, мы снимаем влоги, нашу семью,
мы показываем то, что происходит у нас. Каждый день в наших влогах говорить и обсуждать, что произошло, почему, говорить про войну я не хочу. Поэтому не нужно такое писать, мне очень неприятно. Я показываю, рассказываю то, что происходит в нашей жизни, а не то, что происходит в мире. Я один раз во влоге об этом сказала, и все. Поэтому не нужно делать такие выводы. Если вы хотите что-то слышать про войну, вы должны перейти, не знаю, по другим запросам, ищите в поисковиках, там все слушайте. Как бы я об этом не буду говорить. Чем я могу, тем я помогу. Мы сейчас вот будем собирать гуманитарную помощь. Вот, так что давайте не будем это обсуждать на нашем канале. Я очень надеюсь, что это вскоре закончится и будет мир на земле. Война — это плохо. Я сочувствую тем людям, которые сейчас оказались в такой ситуации. И пусть это все скорее закончится. Так, все, я Андюшку замариновала уже. И сейчас вот нарезала картошку. С праздником, скажи. Ты меня поздравил. Мой золотой мальчик. Мужчина у меня, оказывается, я и не знала. Сижу себе. Молодец. Спасибо. И у Каролины тоже цветочки. Всем девочкам нашей семьи. Спасибо большое. Вот. Ксюшка в душе. Это кому? Майкл. И Бонни. А Бонни, кстати, тоже девочка у нас. Да. Ой, какие классные. Ксюша сразу с душа вышла и опа. Ксюша в шоке. Тоже тюльпанчики. Красивые. Так, проблемка теперь у нас, куда поставить цветы. Розочки отдельно, тюльпанчики можно вместе, розочки можно вместе. Все, тут у нас розочки стоят, желтые, белые. И здесь у нас тюльпанчики. Тюльпанчики красивые прям. Что мне тут за конфетки Макс подарил? Какое-то яичко. Здесь внутри конфетки. И само тоже яйцо шоколадное. Вот так вот пересыпаем. Ну, шоколадку бери. Ты же купил. Угу. Ксюш, будешь? Какую взять, беленькую? Я люблю белый шоколад. Чем занимается наш папа после работы? В машинке играет. Смотри, это кофе. Кофе не кушай. Он сидит, машинки себе выбирает. За рулем. Ну, одну возьми. Вот. Ты все, что ли, уже улеглась спать? Я фильм смотрю. Какой фильм? Фильма серию. Все, вот я подготовила... Бонни! На нее. Вот я подготовила два одеяла. Оказывается, нужна не одежда, а оказывается, нужны теплые одеяла. Но из теплых одеял у нас есть вот эти вот пледы. Две штуки. Чтобы там укрывались они. Они тепленькие. Вот, как бы, ну, раз одежда не нужна, то... Что мы будем отправлять, да? Они собирают только то, что нужно, да? У них, видимо, там их разделяют по группам. Одни одно собирают, другие другое собирают. Это мы отправим как в помощь. Видела видео в ТикТоке, что в Швейцарии собирают гуманитарную помощь. Там собирают им и памперсы, и еду, и, в общем, все вот эти вот зубную пасту. Вот, так что и это... Щетки. Хоть чем-то, но поможет. Мне будет тепло. Хоть двух. Кому-нибудь достанутся эти два пледа и будут... Будет кто-то укрываться. Другие классы, может, одежду собирают. Нет, они сказали, что им в основном не нужна одежда. Да? У них достаточно одежды. А, им нужна именно постельная, да, вот это, подушки, одеяло. Беженцам с Украины, те, которые сейчас в Молдове, в Польше. Сейчас он кинется в лицо, Ксюш. Осторожно. Но он еще тот жук. Хитрый. Уже всю пальму переломал, уже перегрыз все ветки. Бах! Угу.
Вот тебе и бах потом. Да, Банюсь? Ну-ка иди, воспитывай Фильку. Как себя вести надо, покажи ему. Сухая ветка уже. Так, мы пришли на охоту. За веточкой. Какую будем резать? Нет, она где-то выросла за неделю. Турно семана. За неделю где-то вырос так цветок. Давай, какую будем резать? Кто-то мяукает. Бонни, кто-то мяукает. Мы отрезаем ножичком. До самого корешка. Что вы делаете? О! Ну-ка. Смотрите, какая. Зачем отрезать? Кейс, ну, кумина я. Какой. Надо? Хочешь покушать? Полезно. Зачем вы отрезали? Мы отрезали, потому что он уже немножечко портится. А этого не будете отрезать? Нет, это цветок. Сначала срезаем вот так вот по краям. Вот эти вот иголочки колючие. Отсоединить нужно. Вот это вот я оставляю для лица. Она какая-то такая противная, тянется, как слизь какая-то. Я не знаю, я такое не могу съесть. Вообще нет вкуса, говорит. Как-то не вызывает аппетит. О, пожалуйста. Видите, и на руки, и на лицо. Два в одном. И съел, и помазал. Я себе перед сном опять ту же самую процедурку делаю. Чтобы зря не выкидывать. Также на волосы можно. Очень хорошая маска. Полезная. Что не осталось, это я выброшу. Так, а вот этот кусочек я уберу в холодильник на завтра, на утро. Вот еще осталось тоже. Вот здесь вот много. Можно убрать в контейнер и в холодильник. И не испортится. Ладно, ребята, на этом буду заканчивать. Все уже спят, и я буду тоже отдыхать. На сегодня наш день подходит к концу, и увидимся завтра. Всем пока!